Президент Беларуси принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Выступление Александра Лукашенко было предельно откровенным и принципиальным. Нынешний год для евразийской интеграции белорусский лидер назвал неоднозначным, как с политической, так и экономической точки зрения. Глава государства акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений. Также президент отметил, отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет Союзу прогрессировать более высокими темпами. «Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений», подчеркнул Александр Лукашенко. В следующем году в Беларуси будут проходить лишь выборочные проверки предприятий. Об этом заявили в Комитете госконтроля. Контролирующие надзорные органы сместили акценты с проверок на профилактику. Сегодня в приоритете мониторинг, по итогам которого субъектам хозяйствования дают возможность исправить нарушения без штрафных санкций. Последние 10 месяцев контролеры уменьшили число проверок более чем в 2 раза. Правительство России одобрило соглашение с Беларусью о безвизе для болельщиков. Теперь подписанный сторонами в мае документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Как заявили в Департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси, сейчас компетентные органы двух стран ведут активную работу по вопросам взаимодействия в условиях безвиза. Например, предстоит определить механизм передачи сведений о лицах, которые приедут в Беларусь во время вторых европейских игр.